Hey, yo guys, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется The Mummy Demastered, либо просто Mummy Demastered, либо давайте просто называть Mummy, да и все. Ну, это Metroidvania, пока громко, но потом будет потише. Агент продвим, что особая каста обучения распознавания ситуации, выходного далеко за пределы понимания обычного человека и реагирует на них иными способами. Территория Икаром. Агент, несколько часов назад мы потеряли контакт с нашей наземной командой. Из-за сложившейся на там ситуации, вы должны будете в одиночку расследовать признаки любых беспорядков на местах и восстановить контакт с наземной командой. Этот район очень важен для нас, и его безопасность должна быть обеспечена любой ценой. Желаю удачи. Кажется, вертикалку надо включить. Так, у нас с вами хпшка. Вещери нестабильны. Продвигайтесь осторожностью. Перепрыгивайте через неровные участки с помощью Space. Вы, конечно, можете это из курса обучения, но бег по кругу на стадионе и боевым условиям. Две совершенно разные вещи. Как только вы получите свои координаты, немедленно отыщите наземную команду и восстановите ее связь с Парадиджумом. Предыдущие сообщения наших агентов позволяют предположить присутствие в пещерах противоестественных форм жизни. Возможно, подобные сущности стоит уничтожить примитивно, пока мы не поймем, что же случилось с наземной командой. Если цели кажутся вам недопустимым, огонь можно корректировать нажатием И, удерживая кнопочку Down, направляющее оружие в любую нужную сторону. Агент, в пещерах могут быть выступы, на которые можно продвинуться дальше. Полное понимание происходящего вокруг – важнейшая часть любой миссии. Чтобы продвинуться по этому платформе, присядьте и нажмите пробел, нажмите же способ из... Так, также способом из-под них можно прыгать вверх при восхождении. Разрыв экрана. Но я не знаю, будет ли разрыв экрана. Агент, в пещерах могут быть выступы на некотором. Так это уже было. Так, это кувырок. Ну, у нас с вами есть, так сказать, оружие, которое не ломается. В пещерах сейчас бывают очень узкие проходы, но это не должно ни на минуту задержать нас в поисках агентов. Если продвинуться дальше, невозможно, присядьте и нажмите пробел, чтобы перекатиться с места на место. Таким образом, вы сможете попасть в непроходимые другие способом тесные проходы. Зачем, если есть специальная кнопка кувырка?
Так, походу мы дошли, куда нам надо. Все должны умереть. Воу-воу. Агент, агент, если вы слышите это сообщение, я наблюдаю зашкаливающие показания по всему региону. Немедленно прервите миссию, возвращайтесь к точке выброса. Повторяю, немедленно возвращайся к точке выброса. Как я понимаю, все трупы, которые были, они сейчас оживут. Уровень сложности здесь нет, а враги, вам скажу, довольно жирноваты. Ага, они... Воу! Нифига себе, они прыгать умеют. Ух, ё-моё, они тоже могут по диагонали стрелять. Короче, они могут делать... Чисто все же то же самое, что и я. Так, а хпшки мне вообще, я смотрю, да, не дают. Так, ну мы, по идее, скоро уже приедем. Магнитом тревоги. Чрезвычайная ситуация. По красному протоколу офицерское состава получит координаты для выброса. Продолжаем организовывать ценный удар по площади. Продижу создал для этой мы. Единственная линия защиты от подобного зла. Мы предводители и готовимся к этому моменту. Агент уполномочен уничтожать любые встречающиеся монстры, также пользоваться любыми древними реликвиями, найденными на локации. От этого может зависеть ваше выживание. Первое. Очередная задача операции – обнаружить в любые средства обезвредить процесс Аманаэт. Помните, что поставлено на карту. Удачи. Так, ладно. А давайте, наверное, немножечко в настроечки зайду. Хотя, именно когда звук громкий. Так, инвентарь. У нас есть основное оружие. Коллекция не собрана, чего-то, не знаю. Пистолет помелет. Помелет. А, ну все. Давайте пока сюда пойдем, потом сходим в другую сторону. Железная херня закрыта. Ну слушайте, задники прикольно сделаны. Стрельба довольно специфическая. Почему не 100 хп, почему 99? Рад вас слышать, агент. Надеюсь, вы нашли терминал... Без особого труда. Это комната сохранения, отсюда вы можете... А позже сможете продолжить вашу миссию. А мы можем отсюда отслеживать ваш прогресс на случай, если вы окажетесь под угрозой. Несколько техников... Протиджума. Протидж...
Жиума, Продиджиума. Что это за организация такая? Приземлилась перед вами и должна сейчас быть неподалеку. Их оборудование может очень пригодиться вам во время миссии. Это будет незаменимо, если мы надеемся противостоять силе Аманет. Приступайте к поиску техники, как только смотритесь вокруг. Я буду наблюдать за вами из штаб-квартиры. Продиджума, и в случае необходимости свяжусь с вами, будьте начеку. Что, вы примерили, уже играл в игру эту? Ну как? Там на одну серию, в принципе, снял. Даже босса не было. Херня в том, что... как вам сказать? Ну, я не знаю, я попытаюсь, может быть, и в этом прохождении смогу это сделать. Провернуть, так сказать. Так, походу мне нужно типа двойного прыжка здесь. Оставь тут. Вот эти, блин, зомби. Бессмертные. Ну, просто за спидрани. Из них только может выпасть это деньга и все. Ну, то есть не деньга, а хпшка. Валюты тут таковой как бы и нету. Хотя бы пули бесконечные, то радует. Хотя это обычные. Это мне нужно бомбы там или что-то того. Таких как бы секретных стен здесь нет в игре. Не, слушайте, музыка довольно громкая. В принципе, по полезностям вы видите. Ой, я вспомнил. Ой, я вспомнил. Пойди там, где песок, есть шанс того, что будут мертвецы. Ну, мумии. Тупые пираньи. Да, с хпшкой тут проблемы на самом деле. Да, блин. Такие крысы. О, вот то, что мне надо. Гранатом. Да, теперь, кроме еще хп, будет мне гранаты падать. Минутка, агент. Осмотрите соседнюю палатку. Нет ли там баррикады или перекрытого прохода? Гранату, может, вы найдете и получите, должны разрушить не очень прочные барьеры.
Проверьте, нет ли на пройденном участке перекрытых проходов и попробуйте использовать гранату. Ну, алло, я хочу назад пойти, там закрытая перегородка. Так, вопрос, она мне дамажит? Нихера он ее кидает. Карта зоны. Нажмите тап, чтобы перейти к карте. Агент, с вами ли техник? С его биотрактора идет какие-то странные показатели. Вижу. К счастью, журнал данных сохранился вместе с собранными ими топографическими информациями. Данные будут автоматически подгружаться на вашу карту, давая вам некоторые представления о том, что может ждать вас впереди. Используйте эти данные, чтобы как можно скорее разыскать остальных троих техников. Пардиджума. Потеряю всякую связь с ними, и я опасаюсь худшего. Их последнее известное местоположение было отмечено на вашей карте. Немедленно отправляйтесь сюда и выясните степень опасности, угрожающей нашим людям. Поторопитесь, агент. Три чувачка. Но мы исследуем сначала эту территорию, а только уж потом мы будем куда-то идти дальше. Нихера не дамажат на десятку. Ладно, тут тоже закрыто. Потом мне нужно еще плавать, как я понимаю, научиться. Почему они такие домашние? Просто два удара и меня почти нету. Гранат нам по-любому нужны, потому что с помощью именно гранат мы сможем что-то открыть. Так, сверху, подожди, сверху я не смог. Почему? Потому что там слишком высоко. А, они типа бесконечные здесь. Я вас услышал. Что зомби вообще нихера не падает? О, так зомби могут прыгать, нихера себе. Так, фиолетовый это получается точка, куда мне надо идти, как я понимаю. Давайте наверх через... А ну-ка.
О. Значит, оказывается, есть и такие. Ладно. Аптечка повышает максимум здоровья. Как я понимаю, мне нужно... Отличная работа, агент. Я вижу, что вы подобрали аптечку, подготовленную для вас техником. К сожалению, ваша техника не регистрирует признаков никакой жизни, кроме вашей. Тем не менее, мы должны двигаться дальше. Аптечка повышает максимальное ваше здоровье на 100 пунктов. Нихера себе. Вы сможете найти еще, если внимательно исследуете окрестности. Излишне напоминаем вам, что более крепкое здоровье означает более высокий шанс на выживание. Понимаете? Еще одну аптечку нахожу, у меня плюс 100 хп. Ну, тогда можно простить то, что у меня столько хп отнимает. Так, ну смотрите, у нас есть развилочка. Либо по низу. Кстати, а чё я по низу не пошел? Давайте сначала по низу, потом уже по верху. Хотя... Хотя... Ладно, пофиг. Оу, здорово. Автомат. Вижу, что техник тоже не дошел. Не дошел, продвигайтесь с осторожностью, ситуация может быть более опасной, чем мы предполагали. Брошенное ими оружие мощное вашего автомата. Вы уполномочены использовать его, как и всякое другое оружие продвижума, которое вы найдете на протяжении миссии. Тем не менее, запас патронов для него не бесконечен. Следите за ним количеством и подбирайте все патроны, брошенные побежденными врагами. Давайте попробуем хотя бы, что оно из себя представляет. Мне делать нечего. Да ё-моё, они надоели. Нахера делать летучих мышей, которые в тебя стреляют? Снова закрытым. Ну, сейф-зоном. Так почему при сейф-зоне хп не восстанавливается?
Тут, может быть, желтый это реликвии. Так, подожди. Нет, показалось. Реликвия, одна из 50 собранных. В игре 50. Отлично, вы наткнулись на реликвию. Вы собираете знаки и безделушки из разных примечательных краев. Этот район имел большое значение для тамплиеров, и от них осталось множество реликвий вроде этой. Анализ текста показывает, что в туннелях под Лондоном и другими прилегающими районами может быть спрятано до 50 таких реликвий. Если вам посчастливится найти еще, соберите их для исследования в Проджиджиме. Проджиджи. Тупый зомби, боже мой. О, вертолет. Техник с вами? Отлично. Продолжаем миссию. Вы нашли нашу запасную точку выброса, и я оставил этот район несколько вертолетов на случай срочной эвакуации. Если вам нужно быстро перемещаться на другую точку заброски, найдите вертолет и нажмите Right, чтобы забраться в него. Точка выброса отмечена на карте желтым. Погибли все три наших техника, так что боюсь, что ситуация зашла гораздо дальше, чем мы прогнозировали. Мы не можем допустить дальнейшего задержки. Найдите и уничтожьте Аманет. Я могу вычислить ее приблизительное местонахождение с помощью спутниковой съемки. Продиджимом. Эти данные были загружены на вашу карту. Перехватите и уничтожьте. Окей. Я и 19 хп, понимаем. Ну погнали, посмотрим. Что из себя босс представляет? Хи-хи-хи-хи. Я поддерживаю свои силы живыми существами. Нет тебе надежды. Ну хотя здесь, походу, можно фармиться на зомби. Босс? Нет, не босс. Ладно, давайте, думаю, тогда мы с вами на этом закончим, поэтому... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и... Пока.